Он започаткував у нас кафедру польских языков, я не знаю, как она называлась, ну, то есть был такой светский лев, хорошо одевался, студенты ходили к нему на занятия, посмотреть, как надо, как одеваются в Париже. Ну, то есть такой легендарный, в принципе, человек своего времени, ну, и поэтому, естественно, его интересно лепить. Сюжет памятника, было много разных эскизов, но остановились на том, что сюжет, ну, грубо говоря, это ректор вышел из некоего университета виртуального и в парке присел на скамейку и думает свои думы.